Всем привет, друзья, это канал Рафинанс Саунд. Погода отвратительнейшая, 2 недели остается буквально до осени, лето уже заканчивается, но что поделать, остается сидеть дома и писать музыку. Уже 3-й выпуск, как мы разбираем вашу музыку, я до сих пор еще не услышал прямо отвратительного вырвиглазного, вырвиушного трека. Я надеюсь, ты, кто пишет отвратительную музыку, которую невозможно слушать, от которой соседи вешаются, ты пришлешь мне свой трек наконец-то, и мы уже все-таки в конце концов поржем. Но! Есть надежда, поскольку треков уже наслали много и присылают. Ладно, хорошо, перед этим хочу сказать, что мы выпустили видосик, некоторые из вас его уже видели ночью, это новая наша тема, такая глобальная. Если не видели, посмотрите, а те, кто видел, я благодарю вас за поддержку, поскольку, вот знаете, такое ощущение, каждый раз, когда ты выкладываешь новое видео, тебе постоянно кажется, что... Сука, ну вот в этот раз оно не прокатит. В этот раз все заминусят, задизлайкают, вообще все очень будет плохо. Но нет, вы все-таки поддерживаете. Прям это очень приятно. Я сейчас расплачусь, господи. Но это правда, действительно очень приятно. И это мотивирует на то, чтобы продолжать этим заниматься. И, блин, спасибо. Ну, недаром у вас 10 тысяч уже практически. Ладно, поехали. У меня есть наушники и уши. И я буду прикладывать одно к другому, чтобы услышать, как обычно, все максимально. Итак, что у нас сегодня в меню? Боже ж ты мой. Господи, когда же я буду все это разбирать-то? В этот раз у нас неизвестен без названия. Николай Ардашов, я надеюсь, правильно фамилию произнес. Давайте послушаем. Здесь вроде как автор пишет, что есть некоторые намеки на говно. Даже, возможно, что совсем. Но мне почему-то кажется, что когда человек пишет, что он написал говно, пчелы летают страшные. Мне кажется, что когда человек пишет, что он написал говно, то это не всегда говно, потому что самокритичность — это очень здорово. Самокритичность. Ну, вы поняли. Прям сразу не отвлекайся, я извиняюсь, там кусочек еще остался. Сразу продолжаем, сразу следующая мелодия. Ha ha ha!
конец вообще потрясающий. Кстати, вторая вещь мне начала нравиться, но она действительно не раскрыта. Вообще, что я могу сказать, значит? Перекос по эквалайзеру страшный, инструменты почти стандартные, темы не раскрываются, сырые, все осталось на уровне идеи. Так, собственно, автор написал. Возможно, я бы не сказал, что, кстати, прям уж совсем так страшно все, но действительно стоило... И стоит, и может быть оно и развивается уже, ну а может быть на все положен болт, как у меня тоже частенько бывает. Со второй вещью я бы точно, наверное, поработал, потому что вот начало, по крайней мере, мне прям нравится, а потом вот так вот оно понеслось. Ну, естественно, стоит работать, конечно, над звуком. Кстати говоря, вот по поводу барабанов, опять же, вот второй композиции, они, опять же, не стандартные, не как у всех. Часто бывает такая ситуация, когда новый человек, новый музыкант, новичок, в общем, начинает изгаляться немного, например, я, сука, не буду, это будет моим стилем, я сделаю барабаны по-другому, я сделаю бас так, чтобы он звучал задом наперед, короче, а вот бочка была вместо рабочего, рабочее вместо бочки, вот так лучше пока не делать. По крайней мере, пока вы не научитесь писать, так, как пишут все, лучше своих каких-то вещей не делать. Это то же самое, что вот я пытался заниматься фотографией и начал делать фотографии совсем со своей обработкой, естественно, которая была ворвиглазная, и смотреть на нее было невозможно, а другого ничего я делать не мог. Но, естественно, после того, как я научился делать так же, как делают все, мне показалось, что я делал раньше говно, и это правда было говно, и я начал делать по-человечески, и, возможно, после того, как ты набираешь какой-то опыт, тогда ты можешь привносить свои какие-то профессиональные инновации. А так, все будет здорово, если только, конечно, не забрасывать и учиться, учиться, учиться. Слушаем дальше, у нас Mist и его первый трек в FL Studio. Что с басом? Что за нахрен с басом? Бас кидается в глаза, в уши, во все, что только можно. С басом какая-то жопа совсем. Вот, во-первых, естественно, там наложено реверберации много. Нахрен ее. По крайней мере, не всю, но большую ее часть надо урезать. Короче, реверберации нужно, по крайней мере, в два раза меньше. Что у нас еще там? Кажется, что на бас наложен октавер. Если кто не знает, то октавер, допустим, делает ниже на октаву звук входящий. То есть, если ты играешь на обычной акустической, ну не акустической, а электрогитаре, допустим, то звук там выходит такой, как будто ты играешь на басу. Прикольная штука, и вот здесь кажется, что он тоже наложен, потому что иногда такой пердёж начинается мощный. Его стоит убрать, если он там есть. Если его там нет, то стоит бас заменить. Я вот не знаю, что там вообще такое происходит. Вот. Ну, естественно, затягивать не надо ни в коем случае. Должна быть мелодия в музыке, как мы уже все, в общем-то, наши выпуски, все два, говорим. Без мелодии никуда. Либо вокал. Ну вот, прям вот это действительно болезненно. И не только новичков, в принципе, разнообразие всегда страдает. Повторюсь, опять же, я каждый раз практически уже говорю об этом, то, что у меня это просто вот очень часто тоже. Особенно в ранние времена, когда я только начал писать музыку, и на протяжении, наверное, лет 5 где-то у меня была очень, сука, однотипная музыка. Ну просто, ну, допустим, вступление, куплет, длинный куплет, как будто там будут когда-нибудь слова, но, естественно, их там никогда не было. И годами все это лежало, скапливалось. Я-то мог это, конечно, слушать, потому что я же это сам написал, и я же знаю, что там вот я хочу услышать тарелочку, которую я там еле слышно в правом канале запустил. А, да. Вот, и это все после 3 куплетов одинаковых таких. Так делать не стоит. Ну, в общем, как-то так, идем дальше. Следующий трек от Сергея Белова, и, по-моему, он уже у нас участвовал. Он написал, что трек страшный, так что я не знаю, что это может быть, я это еще не смотрел, так что давайте, давайте вместе посмотрим.
опять я хочу сказать, что очередной трек Сергея Белова. Он, да, он в том же самом стиле. У меня почему-то такое впечатление, что у вас есть музыкальное образование, потому что все вот очень хорошо в этом плане продумано, очень хорошо сделано. Не хватает вокала, жалко, не хватает. Слова-то есть, но никто почему-то не спел. Жалко. Слушается все приятно, никаких вот ничего такого не выбивается. Понятное дело, там вкусовщина, если кому-то нравится песня, кому-то не нравится, но звук хороший и в своем стиле он отлично звучит. Переходим дальше. У нас тут Кена или Кино. Неважно. Он прислал два трека. Мы послушаем сейчас, по крайней мере, один из них. Давайте выберем то, что покороче. Это у нас, тем более, ремикс. Сейчас послушаем. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I'm messed up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I'm messed up and I'm missing you. Что, блядь, происходит вообще? Ритм вообще пи***ц. По темпу вообще пи***ц. Промах какой-то. Вокал идет ровно, и вокал иногда попадает, а потом хуяк, и вообще смесь всякого. Барабаны зазвучали откуда-то неизвестно с какой стороны, а потом раз, и опять нормально. Непонятно. Ну давайте попробуем еще дальше послушать. Какой здесь размер, я не понимаю. 650 четвертей? Ну прям вот часто какой-то набор звуков кажется. Что-то прям вот они все сливаются воедино и образуется какая-то жопа просто. Ладно, не будем дослушивать это. Давайте послушаем тогда первый трек. С ремиксом у нас, может быть, не получилось. Вот напросился, хотел, получай. Очень плохо все. Я прям даже не буду, наверное, дальше слушать, потому что все по пи***е полетело просто. Все мимо нот, все нахер, ах. Нет, я хочу еще немного. Что с тобой не так? Собственно, как был сделан этот трек? Мы взяли 423 инструмента, поставили их рядом друг с другом, и на каждом из инструментов мы поочередно сыграли партию. Все эти партии мы соединили воедино и поставили. Следующим должен быть Святослав Сакерин, который даже написал, что вот ковырялся с этим треком пару дней. Но трека-то нет. Что же мы слушать-то будем? Далее у нас Welcome My Chill Out. Даже трек прикреплен в формате WAV, а это уже что-то значит. Так что давайте послушаем.
Сказать, предыдущий трек, к сожалению, был не очень, а вот этот пример как раз как писать нужно, наверное, все-таки, потому что этот трек действительно крутой. И единственное, что мне, ну нет, я бы ничего не добавлял, наверное. Мне нравится, как звучат барабаны, вот они какие-то такие интересные, немножко винтажные, но круто. Вот, вот это мне понравилось. Что еще сказать? Круто, действительно. Я ничего не могу сказать. Тебе понравилось? Нам обоим понравилось. Может показаться, что это подзатянуто, но музыка, которая предназначена для расслабона, она всегда длится хрен знает сколько. Бывают треки по 8, по 12 и по полчаса. И нормально все. Отличная музыка. Спасибо, что прислал. Респект. Все очень круто. И пора уже заканчивать, но мы прослушаем еще одного человека, и это будет, к сожалению, не Миша Глушков, потому что он тоже написал, но трек сам не прикрепил. Возможно, он уже его удалил, поэтому трек исчез, но тем не менее. И в таком случае у нас далее идет, разряженный аккумулятор. Так вот, далее у нас идет Илья Мирошник, и неправильно написано слово «проживать», между прочим, через «е» пишется. Ну ладно. Ну, имеется в виду то, что «проживать» — это «жевать», а не «жить». Хотя хрен узнает, может быть, такая задумка была. Ну хватит тереться уже об штатив, ну что это такое вот это вот? Также понятно, конечно, что трек странный. В нем есть, кстати, что-то джазовое. И вот когда все только начиналось, я
услышал, как бы могла продолжиться эта вещь, но, к сожалению, у автора была задумка сделать что-то странное. Вообще, бенда на пианино, в смысле вот эти вот как бы подтяжки, ну как бы это еще назвать, когда подтягивают струны, короче говоря, на гитаре, вот то же самое на пианино, это тоже звучит прикольно довольно. Ну, конечно, оценивать это с точки зрения музыкальности нельзя, это, опять же, по большому счету, конечно, набор звуков, которые более-менее друг с другом похож, но это не песня. Как бы, что бы я здесь изменил? Да, наверное, ничего, я, наверное, оставил бы все как есть, потому что, ну, правда, это не песня, здесь нету вокала, здесь и не должно быть вокала, здесь нету куплетов, припевов, поэтому вот такая у нас ситуация получается. Вот на такой ноте заканчивается. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу, чтобы на такой ноте у нас заканчивался выпуск, поэтому давайте еще одну и по домам. Итак, значит, двух инструментов в данном случае мало, чтобы написать нормальный трек. Здесь идет вот этот вот бас, и он, в принципе, звучит неплохо, но больше ни хера-то и нет. Там идет дальше вокал, который, в общем-то, к музыке не подходит, но он хотя бы есть. А тема, в общем-то, она неплохая была выбрана изначально, но не развита. Поэтому нужно развивать. Могло получиться что-то довольно крутое, но, к сожалению, получилось не самая доделанная вещь. И длится это все 3:21, но это слишком много. Есть треки, которые длятся по 2 минуты от силы. И они звучат очень круто. Люди, кстати, иногда присылают, я смотрю такие короткие треки, они иногда оправдываются, то, что, ну, типа, вот так вот коротко, потому что я больше дальше не осилил. Это вполне нормально. Лучше не растягивать, а лучше сделать трек короче, чтобы для человека было небольшой неожиданностью такой приятной, по крайней мере, что трек закончился, и придется его еще раз переслушать. Естественно, лучше ваш трек будут затирать до дыр, чем один раз послушают и скажут, все, больше никогда, ну нахер. Ну, короче, вот таким получился наш сегодняшний выпуск. По крайней мере, две хорошие композиции мы сегодня точно услышали. Некоторые нужно дорабатывать, но в целом ситуация сегодня немного хуже, чем в прошлый раз. Поэтому давайте соберитесь. Я надеюсь, что дальше мы услышим больше качественной музыки. И я надеюсь, что уже сегодня кто-нибудь сядет, напишет этот крутой трек и предложит его в новостях в группе ВКонтакте, ссылка которой есть в описании. А пока я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока! Не пишите говно!